За слаженную работу в период проведения Олимпийских игр глава города лично благодарил сочинских медиков. Успех проведения соревнований во многом зависел и от качества медицины, и оперативности принятия мер. 16 объектов здравоохранения Сочи были капитально отремонтированы в рамках подготовки к зимним играм. Уникальный диагностический и травмохирургический центр появился в 4-й горбольнице. Вблизи олимпийских объектов на Красной Поляне в селе Веселое построили новые медицинские центры. Все это благодаря администрации края. Все сочинские больницы круглосуточно были готовы к приему пациентов. Были нагрузки всякие. И временные, и моральные нагрузки. Но, несмотря на все, люди оказались подготовленными к этому. На время игр в Сочи работало больше 100 бригад скорой помощи. Половина из них на олимпийских объектах. Время от вызова до прибытия к пациенту удалось сократить до 3,5 минут. За весь период соревнований врачи скорой помощи приняли 3000 вызовов. Из них было порядка 700 госпитализаций, и из этих 3000 порядка 150 это были обслужены граждане иностранных государств. За все время работы на олимпийских объектах, да, можно так сказать, не было ни одного промаха. Неоценимую поддержку сочинским медикам оказали специалисты из краевого центра, а также коллеги из других регионов. Сегодня, по словам градоначальника, одна из главных задач – мотивировать квалифицированных специалистов на работу именно в Сочи, как следствие обеспечить медиков жильем. После Олимпиады город станет центром многих международных событий, поэтому и медицина на курорте должна оставаться на высоком уровне. А вся медицинская инфраструктура, построенная и использованная на Олимпиаде, быть доступной для горожан. Наши врачи, наш медперсонал, он самоотверженно трудился, они трудились на благо Родины, они ни в коем случае не хотели подвести город, они не хотели подвести горожан, и они своей работой доказали то, что они могут делать то, чего, скажем, не смогли бы сделать на других олимпиадах. Слаженную работу сочинских врачей отметили в Министерстве здравоохранения страны. И несмотря на плотный график работы, медики смогли увидеть Олимпийские игры своими глазами. Сотни специалистов побывали на играх по программе «Зритель».